В Нижневартовске сегодня вручали ключи от квартир детям-сиротам. На этот раз новоселами стали 8 человек, которым недавно исполнилось 18 лет. Все они получили отдельное благоустроенное жилье в новом микрорайоне города. В квартирах проведен ремонт, установлены металлические двери, сантехника и электроплиты. Сейчас заселение идет строго по графику и даже с некоторым опережением. Сначала обеспечили жильем очередь прошлого года, она возникла из-за проблем с застройщиками. Сейчас вартовчане получают жилье сразу после совершеннолетия. Более того, уже приобретены 9 квартир для тех, которым 18 лет исполнится в сентябре и октябре. Всего же ключи и ордера в этом году получили более 100 человек. Пока со всеми новоселами заключают договор социального найма. Через 5 лет при отсутствии нареканий квартиру можно приватизировать. Не ожидала то, что получу так быстро, потому что кто-то говорит, что получу полгода, а кто-то говорит год, как бы и не готова еще была даже получить ее. Пока нужно обставить, как бы начать хотя бы там потихоньку как-то мебель завозить, вот, поначалу, а там уже как пойдет.